Всем здравствуйте. Период рыбалки у меня пока завершился. Рыба там в озере кончилась на моем месте, где я ловлю, похоже. Сегодня очень мало поймал. 6 дней всего я ловил. Решили с вороном прокатиться. Дело все-таки ближе к загону. И специализация у меня у коня не по рыбе, а по копытным. Ну, он же сам с копытами. Так что погнали мы с ним прокатиться. Не знаю, как видео сегодня будут. Камера у меня оказалась неподготовленная. Буду на фотоаппарат снимать. И если что получится, еще будет что снимать. Если ничего не будет снимать, то ну, просто по катушке заснимем. Так что как-то вот так вот тут. Ослики, в общем, еще в лесу. Я съеду, не знаю, видно, не видно. Вот тропа у них тут набита. И где-то впереди выскочил. Заваял. Так, это что у нас такое? Это, похоже, естественный солонец. Здорово, здорово. Место отметим себе. Потом, может быть, им так соли завезем. В общем, зверь есть. Только он убегает пока. Так, ну вроде козлик рогатый. Тут стабилизация хуже, чем в камере. Рогатый. Я его уже, в общем, снимал. В одном из каких-то последних видео из там охоты на косулю. Попробую поближе подойти. Ветра почти нет. Пауты его заедают. А может он даже в общем и сам к нам пойдет, непонятно. Попробовать не надо. Дело же движется к гону. Вот эту штуку. Дома сейчас, короче, всяко пробовал. Как не свистну, так по-разному каждый раз свистит. Но будем сейчас методом проб и ошибок пробовать. И потом помечу себе там какими-нибудь зарубками или дома потом фломастерами запомню ручкой. До какого уровня что должно быть выдвинуто. Как лучшая реакция будет косуль. Так что готовимся к сезону. В общем, тот козел справа ходит. А, и вот тоже вроде рогатый. Затем, пока наблюдаю, он часто оборачивается, поглядывает назад. Сейчас из-за куста вышел тут еще один. Хотел как раз этой грядкой кустиков пройти туда вправо. Но пока притормозим. Сейчас попробую посвистеть. Короче, убежали они.
ворона услышал. Ворон рядом. Ну, до нее метров, не знаю, 35, наверное. Все, побежала. Я вот футболки в черной не стал куртку одевать. Подошла метров на 30. Как-то вот так вот.